В общем, у нас внезапное происшествие произошло в Вальхейме. На связи Чандар и Ольмина. Здравствуйте. Короче, это тролль. Мы добывали медь, причем добыли достаточно много, но внезапно пришел вот этот товарищ. Мы решили, что мы с ним не союзники после того, как он просто накидал нам камней. Поэтому мы его пытаемся убить. Первый наш тролль. Не последний, безусловно. Потом мы их фармить будем даже. Кожа с жопы тролля. Кожа с жопы тролля, да. Будет плащ из кожи с жопы тролля. Куст! Мне куст иметь помешал. Да притвори, что ты куст. Прям в задницу давай. Или в лицо. Лучше в лицо, потому что больше урона должно пройти, по идее, в голову. Если я не буду вытаскиваться. Лук накачаем. Выносливость закончилась. Аккуратней, аккуратней. Оставляй хоть немножко выносливость на маневры. Он бежит за мной. Просто спидранер. Он еще и бегает именно, да? Спортсмен? В дерево попал камнем. Готов. Ну-ка дайте нам кожу с жопы тролля. Я тоже хочу. Ну дайте. Бабаху. Вот она, шкура тролля, ребят. Там плащ, конечно, забрал. Там, по-моему, ресурсов нужно 1 000 000, поэтому даже на один плащ нам не хватит ресурсов, к сожалению. Весит, ну, неплохо, по 2 килограмма одна шкурка. Будет неплохо здесь, кстати, пофармить ее. Так-то, шкуру. Ну, я только одного увидела. Если нападут еще, окей. Мы сейчас заняты тем, что добываем медь. Большинство жил сейчас выглядит... Вот таким вот образом. Карьер. Да, мы уже 3, по-моему. Да, 3? 3. Да. Сейчас 4-ю жилу вырабатываем. По идее, ее должно хватить. Да ты задолбал, Хугин. А что, ты можешь уже с ним поговорить? Кстати, да. Все равно он меня задолбал. Так вот, вот так вот выглядит у нас залежи меди. Это камень просто. А то дерево просто спустилось. Ну давай я с ним поговорю, действительно. На запись хотел с ним поговорить, чтобы вдруг какая-то информация будет. Если вы возьмете с собой слишком много вещей, вы станете нагруженным, что замедлит вашу работу и снизит восстановление выносливости. Спасибо. Ой, еще один тролль. Что-то троллей понадобилось. Еще тролль? Да. Серьезно? Да. Сколько стрел? У меня может не хватить. 49. Будем надеяться, что хватит. Если что, руками добьем. Погнали. Работаем. Откуда они повылазили? Я не знаю. Мы их вообще не видели, не видели. Но вот 4-ю жилу начали осваивать и понабежали тролли. А почему ты ко мне лезешь? Ты начала раньше. У тебя агра больше. Теперь на меня, видишь? Если попадать в голову, больше урона. На сколько? Просто больше. Ой, я получил так, что я больше не хочу так получать. Я заметила. Работаем. Хотя вот сейчас попал прям на 36, как-то хорошо. Спину вроде. А или ты попала на 30? Не знаю. Не, на 37 попал я. 30-ка в башку. 43 мои. Оббегаем. Далеко. Не выносливость. Кончится. У меня 4 стрелы. Не добил. Беги. Добивай. Ага, если он не уйдет. Ты его отводишь куда-то далеко от меня. Все. Дай, 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 дай. Да бери, бери, бери. Чтоб у тебя тоже все понаоткрывалось, дай, 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 дай. Все. Древесину я сейчас вложу в строительство, и мы будем продолжать. Вот такие вот штуки мы строим, ребят. Я такие, абсолютно такие же строил в первом прохождении. Можете посмотреть первое прохождение, к слову. Я там играл соло, здесь вдвоем попроще. Поинтереснее, хочу сказать. Поэтому рекомендую напарников брать с собой. Приветствую его. Ой, кстати, я ж не показывал, да?
Поместить сюда необработанную руду, чтобы избавиться от примесей и получить кусок очищенного металла для обработки в кузнице. Чтобы разжечь плавильню, вам понадобится уголь. Чтобы получить его, постройте печь и заполните ее древесиной. В общем, делается следующим образом. Мы понаставили, я, по-моему, не показывал. Плавилка делается 20 камня, 5 ядер. А вот это 20 камня, 5 ядер тоже. Руда. О, кузница медный. Что-то да? Там. Медь возьми, там где... Бронза. Да. А, можно взять медь, но я медь брал уже, и бронзу возьму. Ага. Куча всего бронзового. Ну вот бронзовый сет мы и хотим сделать. В принципе, нам этого хватит. На какое-то, пусть и небольшое, но на какое-то время. Для начала вот, плащ. Все, сделаю себе плащ. Отлично. У меня теперь есть плащ. Угу. Синий. Угу. Дальше пойдем тролли добывать. Мы тут посмотрели то, что защита на самом деле классная. А его еще и грейдить можно. Или нельзя? Можно, ладно. Посередине. Еще и грейдить его можно. Разумеется, нужен миллион шкур. Ой, ну посмотрим сейчас, попробуем. Если троллей мы сможем понадобывать, то, конечно, это круче, чем медюха. Он послабей, но он не замедляет и плюс дает скрытность, что и неплохо. Топор делаешь? Топор? Угу. Чтобы древесину добывать. Так, погодь. Древесина, а если кашечка. Булаву, к примеру, бронзовые? Или копье? Ты бы лучше смотрел то, что нам топор? Даст. Древесину. Все, бронзовый топор. Бронзовый топор однозначно нужен, потому что бронзовый топор позволит нам лучше добывать древесину. Бронзовую кирку так-то можно было бы сделать еще. Пригодится. Но потом. Че, погнали? Я еще не дошла. Не дошла. А ты доходи. Да, за углом. Все, поехали. Приготовь лук. Здесь, по идее, должен быть тролль. Он есть? Тут темно. Есть. Работаем. Не вижу. Вижу. 128 Ого. Скрыто. Я столько не наношу урона. Это скрытный был выстрел. А лук я заградил, у меня тоже второго. Вау. Ого. Это плохо. А это еще хуже. Он тебя загнал. Да, он меня загнал. Гаси его. Да пытаюсь. Хочешь, я его открою? Да ладно, он пробил меня с щитом. Ты зря. Я реально зря. Ну бей его. Так я пыталась. Да блин, это бред какой-то вообще. У него же урон большой. Не, я понимаю, но я и щит поставил. У меня щит тоже грейженный. Не, это бесполезно. Топором это пофигу, просто забей. Я думал, мы на изичах сейчас разнесем его. Ты просто что-то это пошел вблизь. Я щитом прикрылся, у меня варианта не было. Я не пошел вблизь, он ко мне пришел. Ты тоже умерла? Я убегала. Тьфу. Я убегала, он умер. Спим. Он прям здесь? Страшно было, я аж вышла. Зачем? Потому что он на меня пошел. Все, он меня не видит. Он подозревает, что я здесь, но он меня не видит. А где я? Ой. Ты где-то далеко. За углом, да. Где-то тут должен быть. Где-то далеко, где-то за углом. Хочешь, я его отвлеку? Нет, не хочу, ничего не делай. Хорошо. Ой, все. Ты встал. Работаем. Ой, он, кстати, раненый. Да, не восхилился. Я вышел почему-то. Выходи тогда из пещеры. Выходи из пещеры. Аккуратно беги, выходи из пещеры. Я захожу. Как так получилось, я не знаю, случайно вышел. Потому что оно не на Е выходит. Да. Опа, а я вышел. А я вышел. Все, ребят, гениальная тактика какая-то просто. Не получил. Входим. Входим, целимся, стреляем.
Ага, он прям тут. А я отведу его. Да чтоб тебя. Отведу, отведу. Теперь я вышла. Просто так. Главное сюда заходить. О, отлично. В голову попало. Так, тут пару грибов. Тут есть сундук еще. В сундуке всякое говно, но вот это я возьму. Трофей тролля. Трофей тролля даже? Ага. Здорово. Всякое говно. Так, надо еще почистить будет. Желтые грибы возьмем. Пока у нас есть возможность, нужно еще поискать. Сейчас, погодь. Так, туда мы еще сходим. Да, это оно. Поехали. Готово? Наноси ты первый урон. Так, приготовься. Готовься, целься. Огонь! Это мой первый получился. Без разницы. Ой, подвис. Стреляй в голову! Я не вижу голову. Готовься выходить. На выход. Я не знаю, получил кто-то по лицу. Нет, 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 нет. Ты, по-моему, под меня. Ты на моей голове стоял. Давай пока сюда сбегаем. Пусть он там развлекается, отдыхает. В общем, здесь мы будем вызывать потом древнего. А что нужно ему? Ему нужно прочитать сейчас. Что тебе надо? Сожгите их молодняк. Ну, это семечки. Угу. Семена, которые мы собирали, сколько штук, правда, не написано. Вроде бы 3. Семечки нужно, и все будет хорошо. Все, заходим. Отошёв? Отошёв. Я готов. Пли. Уже не получилось скрытное, потому что он раненый был. Отлично. Собирай. Я в сундук. А сундука-то и нет. Может, развели на сундук. В другом месте лежит. Не, есть сундук. Не увидел просто. Рубины есть. Это тоже возьмем. Это возьмем. И ошметки тоже возьмем. Все, хорошо. Все забрал? Да, все, что нужно было, все взял. Выходим. Видишь, я же говорил, что найдем еще. Ну, нашли. Да. Погнали. Сейчас лежит. Лучше, конечно, обсохнуть. Тут укрытие. Времени нет. Времени нет. Ого! Он с дубиной, это опасно. Огонь! На выход сразу, я получил. Я получил очень сильно. Постой, постой. Это дубина. Это ультра не повезло на самом деле. Ну, кто знал. Ладно, жду, пока полечусь. Придется еще съесть. Раз, два. Ну, давай, зашли, я стрельнули. Стоять, он прям тут! Я выхожу. Я не вышел. Почему? Там откат. Да? На выход. Зараза. Крипта. А мы тут не были? Не помню. Это там, где мы были? Там были, по-моему. Ну, грибы есть. Может, грибы заново заспавнились? Хороший вопрос. Хотя и эти тоже есть. Поехали. Так, хорошо. Пойдем. Закрыто даже. Нет, в таком лабиринте мы, по-моему, не были. Ой, рубинчик. Опа, рубинчик это классно, но тут звезданутый. Ух ты. Ой, а кто убил меня? Он, видимо. А кто меня вырубил? Он меня и вырубил, ну, тоже. Он тебя и вырубил, не я же. Да что ж я, столько умирают. Да, хпхи вообще нету. Без хпхи и блок плохой. Так, погодь. Спавнер. Да что ж ты в меня стреляешь? Да собака.
Так, сур-то берем. Нам очень много потребуется их. Перья, да все возьмем. Больше ничего? В углах там? Ничего. Идем тогда. Грибочки собираем. Это пиковая. Угу. Тут еще двери есть. Идем. Наверх? Угу. А, ну здесь всего лишь тупик все равно. Идем. Где мы были? Здесь тупик. Остальные, наверное, короткие будут. Но здесь прям вообще короткое ядро сурта. Тут еще куда-то. Здесь тоже всего лишь останки и грибочки. Это коротко? Ага. Ну да, этот щит пробивают. Надо, наверное, башенный брать. Он без парирования, но у него защита выше. Угу. Два ядра всего лишь раздобыли. У меня два. А у тебя два еще? Угу. Четыре в итоге. Маловато. Ну, из той комнаты четыре выносится постоянно. Ну, хоть что-то. Ого, рыба. Это что такое? Рыба моей мечты? Ясь? Не знаю, но она огромная. Щука. Щука? Бери ее. Я не могу ее взять, она уплыла. За жабры ее. Она уплыла. На елки-палки. Качай блок. Не, на них жестко. Надо блок качать на стартовых. На маленьких? Да. Лес движется. Да, лес движется. Это как раз нападение. Это уже нападение. Серьезное, мощное нападение. Лес движется, их очень много. А как это закончить? Дожить до утра. Дожить до утра. По-хорошему, дожить до утра. Так что я не доживу. Я с зоны вышла. Но, кстати, их обязательно надо побить. Иначе они нам базу разнесут. Меня задолбал этот. Лес вновь успокаивается. Все. Все, мы справились. Че говоришь? Время от времени монстры будут вторгаться в ваш лагерь. Чтобы убить птицу к чертям собачьим. Правильно. Я четверых убила. Зеленый мешает. А что я снял-то себе? А я не надел, я не успел надеть. Я взял, но не успел надеть, я понял. Сейчас надену. Плюс две брони все-таки, это плюс две брони. Не сильно поможет, но поможет. Главное зеленого торкнуть. Остальные не проблема. То я по чуть-чуть их буду отцапливать. Куда ты кидаешь? Он лечит их. Он ядит. Это тоже. Убил. Остальные проще. Ну их много. Камнями закидают нафиг. Мсти. Угу, готово. А где большой? С красными глазами. С красными, видимо, убежал. Вот, но здесь был только зеленый. Отбились. Как-то. А вот дуб, кстати, не помню. Березы точно качественная древесина, и она нам нужна. А дуб, сейчас посмотрим. Желуди, это хорошо. У нас дома, по-моему, дуб есть, который я срубил при помощи деревьев других. Угу. Да. Качественная, отлично. Это с кого? Ой, это с дубов. Дубы? Колдунов, да. Ну, дубы-то добрые, ладно. Дуб отличный.
За счет того, что с дуба мы сейчас сможем арку телепорта построить, а потом вторую дома, и, ну, ты понимаешь, мы сможем сюда в любое время прилетать. Угу. Зашибись. Хватает. Все, сделаем, ребят, первую портальную арку, чтобы была возможность сюда возвращаться. Отлично. По-моему, она смотрит вот так. То есть это вход. Ну, она должна смотреть рунами. Да, по-моему, вот так. Порталы отлично подходят для быстрого перемещения между разными частями мира. Конечно, сначала нужно построить их с обоих сторон. Затем дать им одинаковое имя, и они сами заработают. Хорошо, это будет черный лес. Запомнила? Черный лес. Угу. Это очень важно. Интересно. Именно с такой меткой. Да, черный лес. Не подключен. Не, ну это чумовая, конечно, прокачка. Просто со всех сторон налетают. Самые опасные — это кабаны. Они до сих пор мне наносят очень много урона, причем через блок. Они просто сзади подходят. Ну вот через блок, видишь, там 0.3 могут нанести, 0.4. То есть они блок мне пробивают. Ну да, кабаны страшные. А ведь это мобы изначальной локации. Никсы и грейлинги, понятно, что не пробивают, это логично. А вот эти пробивают. Всего лишь какие-то кабаны, казалось бы. Mm-hmm. Еще один тролль. Поехали, поехали, работаем. Еще одна крипта. Двое. Трое. Трое. Вижу. Ну, я видела двоих. Спавнер. Здесь зачистили. Спавнер. Сундук. Еще один. Да, он появился, видимо, в конце самого последнего. Угу. Сундюк. С какого-то пили все, что можешь. Рубины, золото. Блин. Чего? Мне нужна помощь. У тебя есть то, что так, ты можешь взять. Так. Вон, возьми. Так отдай. Возьми. Шкуры. Так, это я возьму. Шкуры тролля, рубин. Стелы. Все возьмешь? Трофеи не хочу брать. Бери все. У нас и так два. Бери все. У нас их два. Бери все. Зачем нам столько? Бери все. У меня два места. Пойдем. Два места осталось. Пойдем дальше. Двигаем. Я уже это потерялся. Не тупик. Там еще был заход. Я видел. Тупик. Это не тупик. Тупик. Ну, поначалу это не был тупик, а потом это оказался тупик. Да, здесь тоже заход. С дверью. Куда дверь? К сурту. Скелетом. К сурту. Я слышу скелетов. Отлично. Это, в принципе, звуки подземелья. Помнишь? Наверняка. Это я блутала. Блутала. Пойдем. Сюда. Здесь дверь. Скелет. Мне сказала, что я слышу звук скелета. Сундук. В той комнате. Сурт. Назад. Тупик, тут тупик. Вот сюда не забираем. Сундук. Бери. Дверь. Дверь. Тупик. Хм. Интересные, конечно, вот эти вот тупики. Там впереди скелет. Сначала налево. Тупик. Есть. Тупик. Спавнер. Вот он где. Ага, сломанный. Награда. Ты тогда собираешь сундук. Рубин я возьму, там еще. Янтарь я не могу взять. Ладно, видимо, я беру янтарь. А, у тебя тоже места нет. Вообще нет. У меня именно что вообще нет места. Одно осталось.
конечно, можно шишки выкинуть. Могу. Или древесину просто, в принципе. Пойдем. Последнее место. Идем. Много тут потом сундуков. Ого. Как ты ему кританула-то? Я не знаю. Все, здесь тупик. Исследовали. Итого суртов 4 штуки. У меня штопор сломался. Да, 4 штуки это вполне адекватно. Я брал. Для подобной гробницы 4 это окей. Все. Пошли. Так, сделаю себе тунику. И штаны. И все почти. Да, и они дадут какую-то, ну, какую-то броню дадут. То есть хоть что-то у меня уже будет из брони. Ура! Наконец-то. Шапка останется только. Не, ну в целом неплохо. Серьезно, уже такая бронюха из тролля появляется. Шапка только останется, и в целом все. Плюс скрытность даст, благо, сет. Это круто, безусловно. Ну вот как-то так, ребят. И, конечно же, благодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, только лишь благодаря которым у нас выходит видео на канале «Писать низких числу», «Вступить в семью». А семья – это главное? Можно по ссылке в описании под любым видео, под этим видео, под первым видео на канале, ребят. Везде есть ссылка на Boosty. Вот. Только благодаря им, собственно, выйдет следующее видео, где мы узнаем, сколько мы нафармили меди, а фармили мы достаточно долго. По идее, должно хватить на полное нам снаряжение, что мы хотим, и даже немножко на будущее останется. Будем надеяться, во всяком случае, на это.